Сегодня я покажу вам, как я темперирую шоколад. Это самый легкий способ из всех, которые я перепробовала. Подойдет для новичка и получится у вас с первого раза. Перепробовала я кучу способов темперирования шоколада. Перепробовала способы с добавлением там какого-то определенного процента калет шоколадных. Затем перепробовала с повышением температуры, затем с резким понижением температуры. И самый лучший способ – это темперирование шоколада с добавлением какао-масла Микрио. Сейчас я вам покажу. Темперируется шоколад таким способом легко и просто. Сейчас вы в этом убедитесь сами. Самое главное – это соблюдать пропорции, соотношение шоколада и какао-масла. Какао-масло берется 10% от общей массы шоколада. Здесь у меня шоколад 180 грамм, какао-масло 1,8 грамма. Сначала импульсами растапливаю шоколад в микроволновке 20-30 секунд и перемешиваю. Растапливаем шоколад до температуры 40-45 градусов. До полного растворения калет. Темперировать шоколад лучше всего в пластиковой посуде, так как в стеклянной посуде само стекло нагревается и за счет этого повышается температура плавления шоколада. А в пластиковой таре пластик не нагревается, нагревается и топится только шоколад. Поэтому используйте для темперирования только пластиковую посуду. Шоколад растопили. Температура шоколада 41,9 градуса. Теперь просто ждем, пока он остынет до 34-35 градусов. Температура шоколада еще 40 градусов. Ждем остывания. Очень удобно такой способ темперирования, тем, что можно просто оставить шоколад, никак его не остужать, вообще его не трогать, заняться другим делом. Просто ждать, пока шоколад достигнет температуры 34-35 градусов. Шоколад остыл. И теперь температура 34,8. Всыпаем какао-масло. И все аккуратно, быстро размешиваем до однородности. Сразу же вливаем шоколад в пакет. Для удобства используем крошку. Сейчас берем конический мешок, аккуратно скручиваем, чтобы шоколад у нас не потек вверх. Потому что если не скрутить, то он потечет вверх. Выкладываю формы, которые нужно сразу залить. Обрезаю кондитерский мешок и заливаю формы. Заливаю до половины сразу. Сейчас зубочисткой прохожусь по формам. Здесь, допустим, у меня мишка. И в нем могут быть пустоты. Там в районе носика, лапок. Проходим зубочисткой и отстукиваем форму. И так со всеми остальными формами. Также делаем. И дальше заполняем шоколадом. Можно оставить так шоколад, либо добавить сухофрукты или орехи. В восьмерке я добавлю вяленые клюквы.
оставляем застывать шоколад. Можно при комнатной температуре, можно отправить в холодильник. Он застынет быстрее. Шоколад уже застыл в форме. И аккуратно достаем из формы. Отдвигаем силикон. И аккуратно, плавно достаем шоколадную фигурку. Самое главное достать ее аккуратно, чтобы она не поломалась. Вот тут уже сколько фигурок я надоставала. И в дальнейшем их можно окрасить.